Что нужно для того, чтобы быть здоровым? Отказаться от пагубных привычек и заниматься спортом призывают всех щелковские школьники и студенты. Ребята приняли участие в ежегодном конкурсе рисунка, который проходит в администрации округа в рамках антинаркотического месячника. Название конкурса говорит само за себя. «Щелково за здоровый образ жизни». На территории округа проводится полномерная работа по привитию молодежи навыков здорового образа жизни. Начинается работа проводиться в детских дошкольных учреждениях и дальше идет планово в школах и в колледжах. Конкурс рисунков – пример того, как через свое творчество ребенок может напомнить окружающим о важности занятий спортом, правильного питания, отказа от вредных привычек. Работа участников конкурса понятна с первого взгляда. Видно, насколько важно было каждому из ребят донести до всех, больших и маленьких, что здоровье – самое главное. Компетентному жюри сложно определиться с выбором, ведь каждый рисунок хорош по-своему. В этом году ребята представили 217 работ. Для сравнения, в прошлом году их было 125. Победители определили в трех возрастных категориях по номинациям «Оригинальная идея», «Креативность», «Творческий подход». Дополнительно были отобраны 6 работ призеров конкурса. Позже состоится награждение, где будут объявлены имена лучших. Ребята получат грамоты и ценные подарки. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.